Но вернемся к событиям в нашей стране. Казахстанские мукомолы обеспокоены снижением экспорта отечественной муки, уровень которого упал на треть. Повлияла потеря рынков Узбекистана и Таджикистана. Страны ограничили ввоз казахстанской муки в пользу зерна, импорт которого увеличился в 10 раз. Ко всему прочему, по словам переработчиков, в Минторговле решили включить муку в перечень биржевых продуктов. Новые правила вступят в силу 1 июля. С этого момента все сделки по продаже хлебопекарного продукта объемом больше 60 тонн будут регистрироваться на бирже. Предусмотрена и уплата комиссионных сборов брокерам. Это, по мнению специалистов отрасли, повлечет за собой рост цен на товар, потерю конкурентоспособности и главного покупателя – Афганистана. Потому что покупать у казахстанских мукомолов станет просто невыгодно. Чтобы избежать подобной ситуации, бизнесмены просят пересмотреть новые правила до их вступления в силу. Получается, что у нас был рынок Средней Азии, и на сегодняшний день мы потихоньку его теряем. Предприниматели также обращаются к правительству, чтобы вводили зеркальные меры. Мы на сегодняшний день уже направили в министерство обращение. Национальная палата делает экономическое обоснование. С Министерством торговли и интеграции эти вопросы уже обсуждались. Идет подготовительная работа.